Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня выбраться в лес, подзревать петард. Сегодня будет вот такой небольшой наборчик пиротехники. Здесь есть вот различные пулеметные ленты, мячики, там дымные с треском, самолетики, петарды со вспышками, мелкие петарды, ракетки, вот еще петарды Корсары-1, чтобы повзрывать связкой. Что ж, ребят, давайте, пожалуй, начнем с вот таких вот Cracking Ball, очень классные. Так, буду поджигать и бросать, а вы смотрите классные взрывы. Так, думаю, лучше будет это делать одной рукой, чтобы вам было все отлично видно. Так, поехали. Есть, первое затестили. Что ж, давайте теперь повзрываем вот такие Little Pirate от фирмы Максим. Сделаем такую небольшую связку, чтобы не затягивать. Вот. Так, давайте где-то здесь. Так, так и вот так. Вот. Поехали. Что-то слабенько горит. Есть взрывы. Так. Давайте теперь... О, дымовуху. Дымовуху, в принципе, можно здесь. Ух, смотрите, как пошло. Если хотите тесты больших дымовух, пишите, буду обязательно снимать. Вот, посмотрите классные дымы. А, так, давайте вот так сделаем и позапускаем свистульки, что ли. Так, или, может быть, повыше. Все равно будет очень низко. Так. Сейчас возьмем вот так вот. Так, поехали. Первая почему-то просрала. Давайте еще. Блин, давайте, короче, по одной. Да уж, это, походу, не лучшая идея. Так, лучше давайте с пачки просто. Последнюю. Так, теперь давайте повзрываем больших петард. Так, вот такие есть кобра. Давайте вот здесь поставлю. Посмотрим взрыв. Ничего себе. Вот это да. Так, есть у нас P2000 агенция свято. Тоже сюда. Мощно. Опа, смотрите. Грибочек. Так, следующий у нас будет шок.
Блин, лупит не по-детски, конечно, этот шок. Так, давайте пулеметные ленты бросим несколько штук. Так, одну не успели. Давайте вторую. Так, вторая есть. Что у нас тут еще осталось? Так, самолет. Ну, давайте запустим. Так, только здесь будет посветлее, почистей. Давайте здесь. Не знаю, с травы взлетит или нет. Давайте протестим. Мало ли. Хотя, блин. Где бы его тут запустить? Вот здесь. Вроде бы как нормально. Ну, посмотрим. Вау. Идеально ровно. Далеко бегать не придется за ним. Вот так вот. Так, сейчас возьмем другие петарды. Так. Так, что у нас тут еще из больших? Вот такие. Давайте их тоже забахаем здесь рядышком. Во. Капец, мощь. Так, давайте Crazy робот сбросим вон туда. Посмотрим, как он рванет там. Блин, страшно, ребят. Сюда падает. Падает другой стороной и очень стрёмно. Может гипс прилететь. Смотрите, давайте здесь забахнем такой биг джамбо. Ух, будет взрыв. Фу. Дымище тут конкретное. Фу. Разнесло кучу. Так, смотрим, что там у нас еще было. Связка Корсара первых, да? Ну, давайте. Где бы их затестить? Ну, здесь, в принципе, или... Давайте, может, здесь лучше будет видно. Вот. Вот так вот. Посмотрим, как они сложены. Наверное, не очень. Ну-ка, ну да. И как их подорвать? Это вопрос. Мы попробуем все. Постараемся. Так-с. Первая партия есть. И вторая. Что ж, не знаю, получится все поджечь или нет. Давайте немножко подтрусим флеш. Так, есть. Ну что, пробуем подрывать. Да. Неплохо так рвануло. Что ж, ребят, давайте дальше продолжим. Пойдемте выберем, что еще можно забахать. Что там у нас осталось? Так, вот такой Корсар один был.
от фирмы Фурор. Так, давайте связочка несколько возьмем вот таких кроссеров. Так, о, поехали. Ух, как дым. Жаль, это на один взрыв. В следующий раз возьму на несколько взрывов, посмотрим. Так, давайте побросаю туда вот так несколько жуков. Посмотрите вспышки, вот такие жучки. Есть. Так, и последний на сегодня у нас остался вот такой корсар 8. Так, где бы его бабахнуть? Так, давайте вот здесь поставим. Во, посмотрим взрыв. Так, убегаем. Класс. Что же, ребятки, вот такой получился набор петард сегодня. Если вам понравилось, пишите. Буду обязательно какие-то еще взрывать. Пишите, что вы хотите видеть в этих видосах, какие петарды побольше. Вот, стараюсь брать разные, но в принципе, ребят, если вы хотите, буду брать больше каких-то одинаковых петард, просто напишите, в общем, какая петарда вам больше понравилась и какую хотите видеть, и я постараюсь в следующем видосе взять такие петарды побольше и повзрывать. Будем обязательно тестить. Что ж, не переключаемся, жду вас в следующих роликах. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан. Также подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят крутые видео с петардами, как и здесь, очень интересные, поэтому рекомендую подписаться, чтобы не пропустить интересных роликов. Не забывайте смотреть здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.